Без тебя бы я просто пропала. Для заказа данной геометрии и пиленных мелочков вы можете написать Айтен. Ее контакты я оставлю в описании или в комментариях. Куда же без хруста, спросите вы. Поэтому я выбрала более-менее сухие брусочки и хочу чуть-чуть похрустеть. Буквально чуть-чуть, пока у меня позволяет время. Пахнет такой приятной сыростью. Брусочек «Белая гора». Что могу сказать по вкусу? Конечно же, им нужно маленечко отлежаться. Здесь был посторонний вкус.
немножечко что-то машинного, масла или бензина, непонятно. Но он такой еле уловимый, я думаю, как просохнет, он исчезнет. По крайней мере, я это надеюсь. Всем спасибо за внимание, всех люблю, всех целую, всех обнимаю. Всем пока-пока.